журнал «Выбирай». И компания МТС представляют фильм 10-го фестиваля неправильного кино. Как подозрительно. Добрый вечер, учитель. По ночам гулять опасно, а преследовать еще хуже. Какая упертая. Я сказала стоять! Сколько тебе лет? Я давно перестала считать. «Вампирша против Франкенштейнш». Не пропустите японскую черную комедию «Вампирша против Франкенштейнш» на фестивале неправильного кино.